Всем привет! С вами Ира и канал «Готовим с любовью». Сегодня готовим салат для пикника из овощей. Летний салат без майонеза. Понравится всем! Для овощного салата мне нужны будут следующие продукты. 1 кочан молодой капусты весом 550 граммов. 1 красный сладкий болгарский перец. 2 свежих огурца. 1 морковь. 1 чайная ложка сахара. Пол чайной ложки приправы хмели сунели, 1/3 чайной ложки черного перца, пол чайной ложки соли и 50 мл горячего растительного масла. В этом салате важна также нарезка овощей. Значит, капусту мы нарезаем. Сейчас покажу как. Крупными кусочками. Ну вот так. Этот салат идеально подойдет на пикник. Я его часто готовлю. Много овощей, он сочный, нежный. Салат здоровья. Поэтому готовьте, не пожалеете. Берем миску побольше. Перекладываем капусту в миску. Красный болгарский перец также крупно нарезаем. Мне нравится этот салат из-за заправки и даже из-за нарезки. Нету мелких кусочков. И теперь берем свежий огурец и нарезаем полукольцами. Добавляем к капусте следующие овощи нарезанные. Перец и огурец. И теперь берем свежую морковь и натираем на терке. Морковь по-корейски. Мне больше всего нравится. Смотрите, вот такими ломтиками получается морковь, тонкими полосками. Идеально. Теперь высыпаем сахар, соль, черный молотый перец и приправа хмели сунели. У меня она здесь с пряным кориандром. И заливаем специи горячим кипяченым подсолнечным маслом. Так они еще больше раскроют свой аромат. И все хорошенько перемешиваем. Такому салатику нужно дать время настояться. Минимум пару часов. Лучше часов 5. Всем приятного аппетита. Готовьте на здоровье и радуйте свою семью домашней полезной едой. Перекладываем в судочек, накрываем крышкой. Салат по этому рецепту получается не острый, очень сочный и вкусный. Рекомендую всем приготовить. Плотно закрываем крышкой и в холодильник. С вами была Ира и канал «Готовим с любовью». До новых встреч! Пока-пока!